приветствую вас в прямом эфире телеканала CNL. Я Максим Максимов, и я верю, что вы получаете огромнейшее благословение, вы получаете радость ободрение, вдохновение, будущность и надежду. Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Сейчас я вижу, у меня там сзади стоит большой телевизор, и мы начали вещание на Сианели. Те, кто смотрит нас со спутником, я хочу сказать, мир вам, благодать да умножится. Пускай благословения Божьи будут с вами. Я верю, что вы получаете, переживаете благословение от Господа. Эти прямые эфиры, которые мы устраиваем каждый день, они созданы для одной цели, чтобы помочь вам в вашей христианской жизни, чтобы направить вас, вдохновить, ободрить, благословить каждого из вас, чтобы вы переживали благословение Божие. Поэтому я приветствую любовью Господа Иисуса Христа, каждого человека, кто со спутника или через кабельную сеть смотрит меня. Пусть Бог благословит вас обильнейшим образом. Также приветствую моих драгоценных родных друзей. Дом веры. Приветствую вас. Что такое дом веры, ты спросишь? Дом веры это... Интернет община, интернет община тех, которые а, присоединились к нам, друзья наши, а, которые решили а, быть вместе и участвовать в жизни а, христианской жизни, служить. Это, а, наверное, первый интернет община, которую мы создали, а, домверы.ру. Вы сейчас на интернет-сайте можете найти домверы.ру. Если вы хотите оставлять комментарии, то вы можете это сделать. Нажмите на изображение. Там, где видео будет на Доме Веры, там снизу будет лайвстрим. Нажмите на лайвстрим, и вы увидите, что у нас здесь идет перепись. Я сейчас даже смотрю, что как люди переписываются. Я вижу из Украины Лариса, Павел из Донецка с Оксаной, Ольга из Караганды, из Израиля Лариса. Вижу Наталью из Краснодона. Вижу из Германии, из Беларусь, Россия. Вижу всех людей, которые подключились. Их очень много, я не смогу всех перечислять, но тех, которые последних я увидел, я хочу сказать, мир вам, благодать да умножится, драгоценные мои. Пусть Бог благословит вас обильно. Итак, это прямой эфир, я и мой сын мы устраиваем этот прямой эфир. Мам, иногда кажется, что здесь так много людей находится, сидит огромное количество, большая студия. Действительно, у нас очень маленькая студия в гараже, и мы из гаража делаем эти прямые эфиры. Но не имеет значения откуда, главное, чтобы проповедь Евангелия продолжалась. И мой сын сейчас следит за качеством сигнала, который отправляется к вам. Он также следит за тем, чтобы со спутника, сынок, проверь, как там на спутнике, картинка нормальная или рыхлая. По моему, Израиль не а, дает немного рыхлую картинку. Но мы мы следим за всем этим и мы хотим, чтобы вы получали самый качественный продукт. Сегодня у меня будет важная тема. Перед тем, как мы перейдем к теме, я бы хотел, чтобы вы а, помолились вместе со мной. Давайте помолимся вместе. Отец небесный во имя Иисуса Христа, я обращаюсь к тебе и я прошу твоего благословения, Господи, Боже всемогущий, благослови. Благослови Господь каждого человека. Благослови Господь. Во имя Иисуса Христа я говорю благословение именем Иисуса Христа. Боже, я молюсь, я молю Тебя и прошу Твоего благословения. Мы приходим к престолу благодати. Мы просим Твоего прикосновения. Прикоснись, Господь, каждому человеку. Господи, мы открытыми сердцами прославляем Твое, Твое святое имя. Мы поклоняемся Тебе, мы величаем Тебя, мы славим Тебя, мы хвалим Тебя, Царь славы, Господь Содержитель. Мы превозносим Тебя, Господь, сейчас. Мы поклоняемся имени Твоему. Господь, Тебе честь, Тебе слава, Тебе благодарение, Тебе поклонение. Тебе одному, Господь, Ты достоин, Ты достоин чести, Ты достоин хвалы. Ты достоин, Господь, и Я прославляю Тебя. Я прославляю Тебя, Я прославляю Тебя. Я говорю: слава Господу Иисусу Христу! Вместе со всеми святыми. Мы славим Тебя, Царь Царей, мы славим Тебя, Бог Богов, мы славим Тебя великий, сильный, славный. Господь содержитель, да будешь ты прославлен да будешь Ты возвеличен, да будет дана Тебе слава, Тебе честь, Тебе благодарение, Тебе одному поклонение. Аллилуйя! Слава, слава, слава Тебе! Слава, слава Тебе, Господь! Благослови каждого человека, который сейчас смотрит эфир. Я прошу Тебя, Господь, благослови, благослови, Господь, их жизни, благослови их сердца, да будет Твое благословение с ними во имя Иисуса Христа. Я прошу, Господь, Благослови. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я прошу Господа войти в вашу жизнь. Иисус Христос да войдет в вашу жизнь, да направит вас, да укрепит вас, да пребудет с вами. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Благословляю вас. Боже, благослови этих людей, благослови, чтобы в их телах было и здоровье, исцеление, жизнь, ободрение во имя Иисуса Христа. Я говорю, благословение над вами во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем аминь, аминь, аминь. Сегодняшняя моя тема такая сложная если прошлое размыто а будущее неясно если прошлое а, в прошлом было столько косяков и всяких проблем и всяких всяких трудностей а будущее абсолютно неясное как жить как изменить как изменить полярность знаете, по идее, у каждого человека прошлое должно быть таким, которым он мог бы гордиться, мог бы хвалиться своим прошлым, мог бы радоваться свое прошлое и с радостью вспоминать былые дни. Но если у тебя в прошлом было очень много ошибок, очень много неправильных вещей, если в прошлом э, были вещи, которые бы ты хотел изменить, но ты не можешь изменить ввиду того, что прошлое прошло, я хотел бы сегодня говорить с тобой. Я также хочу обратиться к тем, у кого неясное будущее неясная будущность. Нюанс в том, что если у вас неясное будущее, у вас нет жизненной энергии, у вас нет энергии жизни, чтобы жить. Чтобы сражаться, чтобы побеждать, чтобы преодолевать трудности. У вас нету силы. Если ваше будущее размытое, если ваше будущее неясное, то, драгоценные мои, у вас очень серьезная проблема. Ваше будущее, оно никуда, вас не притягивает. Я скажу так: если в будущем у вас а, ничего не предвидится, вы никуда не идете. Вы стоите на месте, вы топчетесь. Вы топчитесь, и вы начинаете заниматься самоедством. Я видел людей, организации, компании, которые были в стадии формирования. Они боролись, они хотели место на рынке, они хотели добиться. Им нужно было и жилье, и дом, и машина, и все. И они компания пыталась прорваться. И вот компания прорывается, бьется, сражается. Есть цель, есть враг, есть конкуренты, есть все. И вы знаете, когда а, вдруг человек получает дом, машину, а, Жилье, работу, стабильность. В этот самый момент происходит такая интересная вещь. <связать> Скажу так. А вдруг он перестает к чему-то стремиться. Перестает куда-то идти. Он, он, он перестает идти. И он паркуется на вечную пристань, а, в гавани навсегда. То есть он запарковался на всю жизнь. Все. Когда, когда мы вот сейчас послушайте, драгоценные, когда мы а, будущее теряет для нас а, желание или будущее теряет перестает быть ясным, мы не знаем, куда нам ехать. Проблема в том, что когда мы а, смотря в будущее ничего там не видим, мы никуда не идем у нас должно быть ясно. Когда у человека есть к чему стремиться, тогда он, он объединяется. Знаете, что делает враг? Враг делает для нас очень полезную вещь. Он, он объединяет нас. Когда на нашу страну наступали враги, мы все объединились. Мы все объединились, и мы мобилизовались, мы сказали, мы не дадим врагу дойти. Мы сражаемся с врагом, мы боремся с врагом, мы, мы преодолеваем врага, мы говорим врагу нет. Но когда враг исчез, нам нужно что-то новое. Помню, после распада Советского Союза, когда, ой, после победы во Второй мировой войне, когда у нас был враг, мы победили, пришли, ограбили, уничтожили, стерли в порошок всю Германию. И вот мы победители, герои, все, мы вернулись и начались вот эти великие стройки века. Какие-то там электростанции, какие-то э, комсомольские там мероприятия. Все собирались, строили, восстанавливали вот этот оптимизм 50-х, 60-х годов. Ба, ура, вперед, какие-то мега постройки, мега, мега, мега. И вот мы пришли к перестройке. Вы знаете, в этот момент у нас уже не было никаких мегапроектов. В 70-х годах была космическая мегапроекта. До этого были какие-то гигантские стройки, освоение Сибири, байкал амурская магистрали и так далее. То есть туда была вся сила брошена. А к приходу Горбачева все вдруг испарилось. Больших, великих идей нет. Враги вот еще одна хорошая вещь. У нас были враги американцы, и мы вооружались так сильно, что если бы мы все бомбы взорвали на своей территории, они бы умерли бы в конвульсиях. У нас был враг. Мы боролись, сражались. У нас были видения, задачи. Мы все хотели догнать, перегнать и так далее. И вот мы дошли до перестройки, гласности, когда вдруг наш главный враг оказался другом. Когда западный гниющий мир, оказывается, вовсе не гнил. Когда, когда мы посмотрели и сказали, а нам нужен прожектор перестройки. А что такое прожектор перестройки? Он просто начал выявлять проблемы, проблемы которые происходят сейчас в обществе. И мы начали грызться, ругаться. И вы знаете, когда вот, вот эта вся перестройка началась, вдруг мы перестали иметь мегапроекты. Мы перестали иметь мега цели, и у нас исчез враг. Конец Советскому Союзу был предрешен. Никуда не шел, врагов нету. Горбачев всех сделал друзьями. И вот мы теперь... Я не за Советский Союз, я антисоветчик. Сразу скажу, ну, знаете, если в глобальном плане посмотреть, оказалось вдруг, оказалось вдруг, что все все изменилось, и мы стали грызть друг друга, стали грызть, и все это кончилось развалом, развалом Советского Союза. Я думаю, что это хорошо, что он развалился, этот совок ненормальный, но этот эксперимент неудавшийся, да? Но когда мы смотрим на личную жизнь, я хочу перенести. До тех пор, пока в вашей жизни есть враг внешний, и вы боретесь, до тех пор, пока в вашей жизни есть, э, есть, э, ну давайте так скажу, есть большие глобальные стройки, <laughs> БАМ там, или какие-нибудь там Саяна Шушинская ГЭС, или еще что-то, какие-то какие вот эти ударные, э, героические, стахановские, э, у вас есть для чего жить, и вы идете куда-то. Как только вы ни к чему не стремитесь. Купили машину, купили квартиру, работу получили. И все, у вас все нормально. Теперь вы в отпуске ездите. Теперь, и когда вы уже все посмотрели, вам уже все надоело, вы начинаете заниматься самоедством. Вот, вот это то, вот это не то. До тех пор, пока вы не стремитесь ни к чему, вы начинаете обижаться, Ныть, грузить Начинайте, начинайте Когда уходят большие проекты Может быть для, для других это маленькие, но для вашей жизни большие Как только уходят большие мечты Когда, как только уходит что-то большое Как только уходит, начинаются мелочные разборки Грызь Начинается такая пурга я обращаюсь сейчас ко всем вам, драгоценные мои, драгоценные дети Божии. У нас в жизни нужны две вещи. Нужен враг. Нужно, чтобы мы сражались с ним. И у нас есть враг. Нам нужно земля обетованная, там сидят враги. Хотите получить обетование, там сидят враги. Не нужно вступать в мирные переговоры с врагом. Врагом не вступает мирный переговоры, его нужно сражаться. Дьявол наша брань не против людей. У кого начинается брань против людей, крови и плоти? У тех людей, у которых некуда идти, у них нет будущего. Вы со мной, драгоценные мои. У, у, у тех людей, ой, сынок мне принес кофе. У меня сынок, вы знаете, все успевает делать. И, и снимает и переключает, и даже пошел мне сделал кофейку. Сынок, большое тебе спасибо. Пусть Бог благословит тебя. До тех пор, пока у вас. Нет вызовов в жизни, вы в стагнации, вы никуда не идете. Как только вы встречаете вызовы, как только вызовы появляются в вашей жизни, как только вызовы начинают а, одолевать вас, все, у вас, начинается, у вас начинается новая жизнь. Люди драгоценные, я обращаюсь сейчас к каждому из вас, к каждому человеку обращаюсь. Я стучусь в ваши сердца. Вам необходимо две вещи. Чтобы будущее было классным, чтобы настоящее было наполненным, вам нужны, нужен враг, и вам нужно бороться с дьяволом. И второе, вам нужны комсомольские стройки, так скажем, или в жизненные проекты, в церкви. Вот заметьте, в церкви, как только церковь строит здание, все такие вдохновленные, посвященные, ура! А потом, когда здание построили, Оборудование купили, хор поставили, кондиционер воткнули, сидим довольны, счастливые и вдруг осознаем, а с кем нам бороться? Внутри каждого мальчишки сидит борец. И когда у нас вдруг кончаются вот эти внешние проблемы, мы создаем внутренних врагов. В семье, в каждой семье нужен враг. Вы послушайте сейчас. Когда я говорю о враге, это ты скажешь, ну, зачем мне враг нужен? Мне и так тяжело. Да, 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 да. Вам очень, я хочу сказать, вам очень, очень, очень нужен враг. Если у вас не будет врага, с которым вы боретесь, внешнего врага, вы начнете грызть друг друга. Вы начнете грызть друг друга, вы начнете друг друга мучить, и вы начнете друг на друга издеваться. Друг как только у вас появится внешняя задача, внешнее сопротивление, пускай ваш враг будет дух бедности, сражайтесь с этим духом бедности, пускай ваш враг будет дух скупости, пускай... Мне нет врага, создай врага. Враг душ ваших, дьявол, ходит, как рыкающий леп, ища кого поглотить. Охотьтесь за ним, гоните его, сопротивляйтесь, молитесь против дьявола, разрушайте дела дьявола, разрушайте замыслы дьявола. Аминь, аминь, аминь. Здесь, здесь очень важная мысль. Центр нашей жизни – Христос. Но посмотрите, когда Христос пришел, у него было глобальное видение. Большая задача, мега задача – спасти всех людей. Второе. Он занимался исцелениями, проповедовал, учил, воспитывал учеников. Третье. Он сражался с дьяволом в пустыне, Возле гробов там бесы приходили, в Гефсиманском саду приходил дьявол и, и, и прочее, и прочее. Он сражался с дьяволом, у него постоянно было сражение с дьяволом. Господь сражался с дьяволом. И когда мы перестаем сражаться с дьяволом, нам же нужно куда-то энергию направлять, и мы начинаем сражаться друг с другом, а это самоуничтожение. Не устоит тот дом, который разделился, не устоит то царство. Та страна, которая разделилась сама в себе. И вот здесь вопрос. Мы должны победить это разделение и должны повернуть свое сердце к Господу, Христу, и быть с Ним. Но если ты со Христом, тогда у вас будет обязательно враг. Вы со мной, драгоценные. Я вижу, там уже больше 125 человек собралось. Я еще раз приветствую вас. Когда мы, когда мы с вами перестаем сражаться. Вспомните, как Бог подарил подарок. Вот сейчас представьте, Бог хочет подарить. Кому-то Бог дает подарок. Вы хотите получить подарок от Бога или да или нет? Я как бы обращаюсь к каждому человеку. Вы хотите подарок иметь от Бога? Я хочу иметь подарок от Бога. Я хочу иметь благодать. Все. Я жду благодать. Но если вы хотите получить благодать, почему-то там стоит голяв. И почему-то еще братья Голиафа стоят. И почему-то эти великаны стоят. И стоит Ирихон. И стоит все остальное перед тем, как получить что-то. Тебя стоят враги. Бог не убрал врагов. Он дал тебе обетованную землю. Он дал тебе обетованную землю. И он оставил врагов. Вы улавливаете, о чем я говорю? Почему Бог оставил врагов? По какой причине? Я обращаюсь к вам, драгоценный, я хотел бы, чтобы вы а, услышали, Бог оставил врагов по одной причине, чтобы ты не разленился, чтобы ты сражался, чтобы сила у тебя была. Ведь когда есть с чем бороться, вы знаете, когда ты сопротивляешься, борешься, тогда у тебя возникает ну, внутренняя потребность сражаться, сражаться, сражаться. Если же у тебя нет врагов, что-то происходит с человеком. Что-то происходит с человеком. Вы знаете, когда кто-то сражается с чем-то, не с людьми, я имею в виду, сражается за что-то, против дьявола, сражается с болезнью, этот человек молится по-другому. Когда у человека есть сражение, у него другие молитвы. Когда у человека нет сражений, ой, Господь, слава тебе, благослови меня, если ты хочешь. А ты хочешь. Спасибо тебе. Аминь. Когда же у тебя вопрос жизни и смерти, и ты сражаешься, глаза Божия, небо откройся. Ты по-другому молишься, ты по-другому обращаешься, ты по-другому, энергия другая, жизнь другая. Я вам сейчас покажу из Библии, когда мы говорим а, о, об этих вещах, а, Бог дает будущность, надежду. Бог дает а, нам будущее хорошее. Помните, притча 31 глава написана о хорошей жене, что она с радостью смотрит в будущее. Она с радостью, она смотрит, она в ожидании будущего. Если же мы не смотрим с радостью в будущее, с нами что-то не то. Послушайте меня, драгоценные мои. Если мы не смотрим в будущее, с нами что-то не то, нам нужно посмотреть в будущее открытыми глазами. Будущее, посмотри, будущее для тебя приготовлено лучшее, благословенное, славное будущее. Но за него нужно сражаться. Когда мы говорим о Духе Святом, посмотрите, откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна 16 глава. Речь идет о Духе Святом. Будьте любезны, откройте Евангелие Иоанна, 16 глава, 7 стиха. Но я истину говорю, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель, если не пойду, утешитель э, не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Он... И он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде. Дух Святой обличит мир о правде, о грехе и о суде. Дальше о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, и о суде, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня» потому что от моего возьмет и возвестит вам. Он будущее возвестит вам. Дух Святой открывает нам будущее. Я еще раз обращаюсь к каждому человеку, стучусь в каждое сердце. Дух Святой будущее нам возвещает. А да, 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 будущее возвещает. Мы обращаемся к Господу, мы обращаемся к Богу, Он Открывает для нас будущее через Духа Святого. Если ты не знаешь будущего, о я не знаю, куда я иду, значит, у тебя проблемы в отношениях с Духом Святым. Вам нужно иметь отношения с Духом Святым. Дух Святой открывает вам будущее. Когда я молюсь и обращаюсь к Господу, Боже, открой мне будущее. И когда Он показывает будущее, я знаю, куда я иду. Вы знаете, на машинах есть дальний свет. Дальний свет помогает вам увидеть, куда вы едете. Ближний свет помогает вам объехать ямы. Когда мы говорим о будущем, мы видим ясно, дальним светом светит вперед, и мы знаем, куда мы едем, мы знаем, куда мы идем. Будущее, оно, оно становится очевидным. Проблема в том, что когда ты светишь дальним светом, он слепит всех остальных, и все остальные закрывают глаза. Когда тебе все видно, всем остальным режет глаза. Когда я говорю с кем-то о будущем, многим людям режет глаза. «О, да ты что? Да это нереально!» бла-бла-бла, я их слеплю фактически вот своим своим видением будущего. Когда мы говорим о будущем, я обращаюсь к каждому из вас, вам не нужно везде кричать о будущем. Но если вы знаете будущее, дух святой открывает вам, у вас есть куда идти, есть к чему стремиться. Если вы стремитесь, если вы ищете, если вы стучите, если вы говорите, я стремлюсь вперед, апостол Павел воскресает забывая заднее, прошлое. Я простираюсь вперед. Проблема в нашем прошлом. Знаете, вот если у нас есть прошлое, я вот так поставлю вот здесь. Прошлое, настоящее и будущее. Вот три этих трех. Прошлое, когда, когда мы говорим о прошлом, иногда прошлое тянет наше, наше настоящее назад. Оно как бы невидимыми связями, связями оно тянет. Будущее, если у тебя есть видение будущего, оно тянет тебя вперед. Вопрос, многие люди живут прошлыми, у них фактически будущее далеко, их прошлое тянет назад. Вот, а помнишь, дядя было время, не то, что нынешнее племя, богатыриневые. пху, Вот. Когда, когда мы говорим о будущем, наше будущее, мы должны быть связаны с будущим. Писание говорит, что прошлое, забывая заднее, апостол Павел говорит, забывая заднее, забывая. Ну я раньше был хороший, забывая заднее. Мы говорим, что наше настоящее имеет корни не в прошлом, а в будущем. Я бы хотел обратиться к каждому человеку: где твои корни? Твои корни в прошлом или в будущем? Апостол призывает, забывая задние, простираемся вперед к цели, стремлюсь вперед к почести. Нюанс в том, что когда мы, ну когда мы говорим, э, все нам принадлежит. Давайте откроем 1 Коринфянам, 3 глава, 21 стих. 1 Коринфянам, 3 глава. Хорошо. 1 Коринфянам, 3 глава, 21 стих. Итак, никто не хвались с человеками. Все ваше. Все ваше. Павел ли, Аполос, Кифа, или мир, или же смерть? Или жизнь, или смерть? Или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Посмотрите, интересно, когда он перечисляет стих 22, он говорит, там конфликт был, мы Павловы, мы Кифовы, мы Аполосовы. А он говорит, все ваше, и Павел, и Кифа, и Аполос. Или мир, или жизнь, или смерть. Все это вам будет. И мир, и жизнь, и смерть. Или настоящее, или будущее. Посмотрите, он не сказал прошлое. Он из перечисления, он не сказал, ваше прошлое. Проблема с прошлым, знаешь, оно, оно может остановить и оно тормозит. События прошлого подчас останавливают наше благословенное будущее. События прошлого любые хорошие, плохие, героические, ошибки твои, победы твои, подчас они являются главным врагом твоего светлого будущего. Если ты повернут лицом к прошлому, если ты обращаешь внимание и смотришь все время в прошлое, вот раньше было, вот раньше, ты или пенсионер, или ты какой-нибудь уже древний-древний-древний дедушка, который сидит, и у него в будущем ничего нету, а только в прошлом, ты старик, если у тебя все только в прошлом, самые важные события твоей жизни были в прошлом, ты, ты становишься неинтересным. С тобой неинтересно общаться. Ты заговариваешься, пересказываешь снова и снова одни и те же истории. Будущее. Он говорит, все ваше. Не прошлое, нет. Настоящее ваше. Вот если из трех категорий, он, смотрите, вот еще раз. Три категории. Прошлое, настоящее, будущее. Он говорит, все ваше. Настоящее и будущее ваше. Прошлое не ваше. Забывай заднее. Отстраняемся. Нужно бы жить сегодняшним днем и нужно жить а, будущим. Вот эти две вещи. Ваше настоящее и будущее. Прошлое не ваше. Аминь, аминь, аминь. Вы получаете благословение или нет? А, я еще раз говорю. Даже твои удачи, победы. Я видел, как один человек выиграл в лотерею машину Волгу в Советском Союзе. Знаете, прошло уже много лет, и он до сих пор живет этой выигрышной Волгой, которую он выиграл в лотерею. Да уже нужно было 18 Волк купить, уже, уже можно было... Ой, да-да-да-да-да. Идем дальше. 1 Тимофею 6 глава 17 стих. 1 Тимофей 6 глава 17 стих. Богатых, то есть вас, в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего все обильно для наслаждения. Бог живой дает все для наслаждения. Чтобы они благодействовали и богатели добрыми делами. Чтобы были богаты не только деньгами, добрыми делами. Были щедры и общительны. Иногда у людей становится, знаете, как чуть разбогател, он перестал вообще разговаривать с людьми. Он перестал быть общительным. И 19 стих. Собирая в себе сокровища, но это сокровище, доброе основание для будущего чтобы достигнуть вечной жизни. Он говорит о чем? Что сегодня они делали вещи, которые будут основанием для будущего. Сегодня мы будем делать те вещи, которые будут основанием для будущего. Вопрос: что вы хотите в будущем? Ну что вы хотите? Чего вы? Чего? Что, что вам нужно в будущем? Что бы вы хотели иметь в будущем? Ну я бы хотел, ну я бы хотел машину и дом. Хорошо? Давайте поговорим на меркантильные темы. Машина и дом. И, ну я вот хотел бы. Сколько стоит дом? Не знаю, ты чего, у меня денег нет. Ну давай мы начнем сделать шаги. Узнаем, положим основания для будущего. Сколько стоит дом? Давай сделаем первый шаг. Положим основания для будущего. Давай положим добрые основания для будущего, хорошее основания для будущего. В сегодняшнем дне мы можем закладывать хорошее основание для будущего. Хорошее основание для будущего. Пройди, помолись, посмотри, попроси у Господа, зайди в новый район, где строятся дома, походи по округе, посмотри. Многие люди, они отделяют будущее и говорят, ой, это потом, да и да что сейчас мне, ну пойди хотя бы на базар автомобильный, посмотри, сделай маленький шаг, положи основания для будущего. Конечно же, нужно быть жертвенным, щедрым, нужно быть, нужно быть тем человеком, который думает шире. Но сделай, я слышал, что одна пара, знаете, они мечтали себе купить дом и рассчитали, что чтобы им первоначальный взнос собрать, им нужно 5-6 лет работать, вкалывать, и через 5-6 лет у них будет достаточно денег для первоначального взноса. У них совсем мало было денег, совсем мало было денег. И вы знаете, они пошли в, в ново район новостройки, стали смотреть дома, где строятся, и смотрели, ходили, и какой-то там рабочий лазил, а, что-то делал один потому что был уже вечером, рабочий день закончился, и они ходили на эти дома, смотрели, и он говорит, что, смотрите дом? Да, вот мы хотели бы дом когда-нибудь купить. Он говорит, а когда вы будете покупать? Он говорит, О, это еще не скоро, мы просто хотим увидеть наш будущий дом, как он должен выглядеть. И этот строитель пригласил их вовнутрь строящегося дома, показал им, рассказал, и стал с ними общаться. И говорит, ну а у вас первоначальный взнос есть? Он говорит, да нет, у нас почти нету, совсем, совсем, совсем мало. Он смотрел на них и говорит: ну вы сильно дом хотите? Я говорю, да, мы сильно хотим дом. И он говорит: давайте так, приходите завтра, мы подпишем договор на этот дом. Они говорят: в смысле? Он говорит, я владелец всех этих домов, я строю эти дома. А, и, а он сам руками там молотком работает, тоже ходит на участке. И говорит: я вам без первоначального взноса продам дом. Они были в шоке: как это возможно? Все, что они сделали, они начали ложить основания для будущего. И так Бог благословил их, что они получили дом не через 6 лет, а сейчас. Потому что многие люди откладывают на потом. Ой, потом мне будущее наступит. Потом. Когда-нибудь оно придет. Я сейчас ничего делать не буду. Нет, делать сейчас надо. Делать первые шаги. Делать первые шаги. Вот я молюсь, чтобы моя жена покаялась. Отлично вот так пастор сделал, у него жена неверующая была, он приходил и говорил, Максим, вот мои деньги, я жертвую, я говорю, для чего жертвуешь? Чтобы она получила спасение. Я был удивлен. Он говорит, я не хочу потом делать эти шаги, я сейчас хочу, но она же еще не спасенная. Да, но я сейчас жертвую, чтобы она получила спасение. Вы знаете, она получила, спасение. он делал так много раз, и она получила спасение. Она получила спасение, она обратила свое сердце к Господу. Аллилуйя, слава Господу, слава Господу Иисусу Христу, драгоценные. Сегодня нужно предпринимать шаги, положить доброе основание. Посмотрите, Евреям 11 глава, 20 стих, это глава веры. Евреям 11 глава, 20 стих. Здесь написано так, верую в будущее, Евреям 11, 20, верую в будущее, Исаак благословил Иакова и Исава, верую в будущее. У многих людей нет веры в будущее. Они просто не верят, что будущее наступит когда-нибудь. Что хорошее будущее наступит. Все, что они делают, они прозябают. И таких людей большинство. Они не... Вот знаете, если он сел на трактор в 20 лет, он будет всю жизнь на тракторах. Может быть, трактор чуть лучше станет, но он до 70 лет будет на тракторе. Если человек пришел на завод, то он думает, что до 70 лет будет на заводе. Если человек пришел на велосипеде катается до 70 лет Нужно изменить Верую в будущее Верую в будущее Он благословил Притча 31 глава 25 стих Написано крепость и красота одежда ее Весело она смотрит в будущее У нас остается последние 11 минут и Я как бы хочу успеть Успеть вам ну, сказать эти многие слова Люди будут издыхать. Луки 21 глава, 26 стих. Посмотрите, Луки 21 глава, 26 стих. Люди будут издыхать от страха и ожиданий бедствий, грядущих на вселенную. Они будут ждать их будущее. Они будут умирать сегодня от ужаса перед будущим. Вот это интересная вещь. Они издыхают от страха они издыхают от страха, перед, от страха бедствий перед будущим. Невероятно. А, когда мы говорим о прошлом, вот у меня есть прошлое, неудачи. И откройте 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Здесь написаны такие слова. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Итак, кто во Христе? Вы во Христе, люди? Если вы во Христе, то это для вас. Итак, кто во Христе? 1, 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Кто во Христе? Древнее прошло. Прошлое прошло. Древнее, старое прошло. Теперь все новое. Я думаю, что вот это нужно вообще написать вам где-нибудь на косяках стен ваших. Древнее, прошлое прошло. У меня все прошло. Старое ушло. Теперь все новое. Теперь все новое. Аллилуйя. Теперь новая жизнь. Теперь новое жизнь. Я живу по-другому. Я живу по-другому. Я другой человек. Посмотри, посмотри, Авраам, что ты видишь. Вот это, вот это. Все твое. Все принадлежит тебе. Аллилуйя. Драгоценные мои, я обращаюсь к каждому из вас. Я обращаюсь к каждому из вас. Как вы относитесь? Как вы относитесь к будущему? Что для вас будущее? Вы издыхаете от страха грядущих бедствий? Или вы знаете, теперь все новое, древнее прошло? Какое у вас отношение? Какое у вас отношение к тому, что грядет в вашу жизнь? Сегодня так модно говорить о каких-то ужасах, бедствиях, что люди перестали смотреть в будущее с ожиданием, с перестали созидать что-то великое, что-то большое. Люди начали делать какие-то мелкие проекты. Обмельчал человеческое. Люди перестали мечтать о большом. Люди перестали делать великие вещи. Люди перестали читать большие тексты. Они читают такие смс короткие. Люди обмельчали. Человек обмельчал. Мы наблюдаем новый вид человеческой, сетевой человек, который соединен с какой-то сетью, с кем-то соединен. Выпутайтесь из этих всех сетей, Посмотрите, Бог открывает для вас, для вас будущее. Забывая заднее, Филиппийцам 3 глава 13 стих. Филиппийцам 3 глава 13 стих. Потрясающие слова. Я думаю, для каждого человека они должны быть как лозунг для жизни. Это лозунг апостола Павла. Это забывая заднее, простираясь вперед. Забывая заднее, простираясь вперед. Стремлюсь к цели. Потрясающе. Я думаю, что для каждого человека это лозунг жизни. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Забывая заднее. Вот эти слова из Библии, они звучат в моем сердце. Забывая заднее, забывая. Прошлое прошло. Забывая заднее, я забываю заднее. Забываю и оставляю прошлое. Аминь, аминь, аминь. Хотите увидеть светлые дни? Хотите у увидеть настоящая целеустремленная, знаете, когда человек к чему-то стремится, он даже торопится, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Если у вас очень великая цель, вы побыстрее хотите сделать. Если у вас есть цель похудеть, вы будете бежать в спортзал. Если у вас есть настоящая вот эта, если же у вас нет такой цели, пойти мне сегодня в спортзал или пожрать что-нибудь? Может пожрать что-нибудь, а может пойти. Вы знаете, когда нет вот цели, когда нет цели, у вас сегодняшнее перестает быть ярким, сочным, целеустремленным. Когда нет цели, ну так, ну ладно, ну ладно, ну, ну может быть, ну наверное. Когда у человека есть цель, он стремится, он вперед, он, он встает раньше, он пытается сделать все. Когда у человека нет цели, когда у человека нет цели, он спит. Он, его разбудить трудно. Он, когда будешь, он э, что меня Что меня разбудили? Когда у человека есть цель, он сам соскакивает. Вы знаете, когда я вылетаю рано утром, а, мне даже будильник особо не нужен. Я сам соскакиваю и начинаю быстро-быстро собираться. Когда есть цель, тогда ты стремишься в будущее. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Я благословляю каждого из вас. У меня остается последние несколько минут. И я молюсь за вас, драгоценный, во имя Иисуса Христа. Господь, я обращаюсь к каждому человеку. Я обращаюсь к Тебе и молюсь за каждого человека. Я обращаюсь к Тебе, Господь, об их жизнях. Я прошу Тебя, Боже, за каждого человека. Я прошу, Господь, войди в их жизнь откровением что ты приготовил великое будущее. Ибо только я знаю, ты говоришь, Господь, каждому человеку, какие мои намерения вас, мои намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, говорит Господь. Дать вам будущность и надежду. Я благословляю каждого человека именем Господа Иисуса Христа. Я говорю благословение над вами. Благодать Божия да наполнит вашей жизни. Да исполнит вас Господь светом. Да наполнит вас Господь любовью, духом, силою, жизнью во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение. Благословение над вами. Боже, благослови каждого человека. Помоги оторваться от прошлого. И помоги устремиться в будущее во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Да пребудет с тобой Господь, да направит тебя Господь. Я сейчас хочу, обращаясь к каждому человеку, во имя Иисуса Христа, да пребудет благодать Божия, сила Божия с тобой и вразумит тебя Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю вас. Аминь. Драгоценные, будьте благословенны. С вами был сегодня Максим Максимов. Мы встретимся с вами завтра. Завтра у нас среда, и мы встретимся вечером в то же время приходите, мы продолжим разговор и вообще наша библейская школа. Если вы хотите мне задать вопрос, буквально через несколько минут наш эфир продолжится, но не на телеканале Сенел. Наш эфир продолжится а, в Доме Веры. Зайдите на домверы.ру, я буду отвечать на ваши вопросы. домверы.ру Зайдите туда, а, и я отвечу на ваши вопросы. Хочу в последние минуты поблагодарить всех людей, которые участвуют. Знаете, мы построили нашу студию. Сейчас, Алекс, переключи камеру. Вот эти наша студия. Вот эти. Видите, у меня там лес сзади появился красивый такой лес. А, и а, это потрясающе. Мы туда лес засунули. Так, так красиво, не знаю, как вам, но мне очень нравится. И а, это благодаря вашему участию. Я хочу поблагодарить вас, дорогие партнеры, дорогие участники, все, кто служит десятинами и приношениями, все, кто поддерживает то, что делаю я. Я очень-очень благодарен вам. Благодарен вам за то, что вы послушны Господу. Это дело, вот это дело начал Господь. Я всего лишь его раб, инструмент в его руках. И я хочу, чтобы вы стали участниками и получили награду. Если вы участвуете вместе со мною в этом проекте, в этом деле, вы получите великую награду. Я благословляю. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. У меня последние несколько секунд. И я хочу сказать спасибо вам за ваше участие, за то, что вы помогаете и участвуете. Пусть Бог наполнит вашу жизнь откровениями. Благословляю. Если вы хотите перечислить свои десятины приношения, зайдите на сайт cnl.tv, и там вы узнаете, как это сделать. У меня последние секунды. Встретимся завтра в это же время. А Дом Веры, я сейчас к вам вернусь через 30 секунд. Оставайтесь со мной. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Семинары в прямом эфире. Задай свой вопрос. Да-да, жми сюда. Или сюда, или сюда. Жми и задавай свой вопрос. Прославление церкви новой жизни. Но какие это песни? Какое присутствие Божие? Помазание. Жми сюда прославление. Поклонение. Это нужно тебе. Это нужно прямо сейчас. Это нужно всегда. Везде, где бы ты ни был. Жми сюда. Прославление церкви новой жизни. Жми сюда. Да-да. Сюда. Именно сюда. Жмите. А вопросы все же остаются. И ответы ждут. И если нужно задать вопрос и получить сразу же ответ, жми сюда. Это так нужно, потому что можно прославлять, можно петь. А если вопрос: а где ответ? А ответ здесь. Жми сюда. Но ведь прямо сейчас. Бога, это так классно. Прославлять его, петь ему такие песни. Да не важно, умеешь ты петь или нет. Это совсем не важно. Главное, нажми сюда. И ты просто окунешься в эту атмосферу помазания, эту атмосферу любви, наслаждения. Жми сюда быстрее. Жми сюда.